У мемориала «Вечный огонь» прошло памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. В преддверии года 75-летия Великой Победы почтить память ушедших героев пришли школьники и студенты, работники образования и культуры, ветераны, представители казачества, духовенства и районное руководство. Я хочу всем пожелать, конечно же, мирного неба, счастья и благополучия, и чтобы Россия была всегда великой державой, с которой считается весь мир. День неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. И дружба воинов непоколебимо свята, она не умирает никогда. Мы по оружию родному брату воздвигли памятник на долгие года. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».